А ну еще раз давай вперед его подбить. Давай. Надо сильнее толкать, смотри, поехал уже, на пол сантиметра прошел. Аккуратно, сейчас еще Nexia погнешь, блин. А Рус, что у тебя в багажнике, подожди. Да в багажнике кто-то наложил колотун. То запчасти. Запчасти. Запчасти, смотри, ну реально запчасти, смотри, это ж боковые эти. Эти за... Это вот запчасти все. А, это мои? Да, так это ж... его из дома выгнали. Ну фильтр воздушный вот, смотри, лежит. Это мой воздушный? Да, да. Давай спалим это все. А скоро с лазом вместе. Да нет. Вот звери, блин. Посмотри, вы ж погнули кузов свежий. Я ж кузов новый привез. Оно легло все на это. А торсиона нету, да? Да. Торсионы. Да, кто-то вытащил торсион. Надо колесо накачать, оно поедет. Заводиться. Баха семерка. О. Сейчас лучше видно. Елки починилась. Эти друзья мои спасли меня, спасибо им. Как хорошо работает. Вообще, я уже забыл, как она ездит вообще, сколько мы несколько месяцев не ездил, как карантин начался. Да, я вам скажу, непередаваемое ощущение, когда ты не сидел. Сейчас скажу, апрель, май, июнь, июль, август. 5 месяцев без бахи семерки, елки-палки. Даже на буксире сюда тянули, то Саня за рулем сидел. Да, как тут все хорошо внутри. ДСЦ еще починить, $100 стоит. Антибукс, ну и АБС, оно же там в одном блоке все. Саня доливает АТФ-ку в коробку на заведены. И все, гидротрансформатор сделали. Что еще? Маховик поменяли, стартер поменяли. Это у нас магнеты Морелли стояли, нет на него запчастей. В общем, купил я бошевский новый. Сейчас прокатимся. Заводится четко. Сейчас покажу. Вообще ракета. Двери надо, может, у кого-то есть двери. Е38. Двери устали. Температура. Рабочая практически, да. Слышите, выглянул в окно. Я сижу на земле. Я ж давно не ездил на ней. Отвык уже, так кажется, что просто на земле сидишь. Очень низко. Она невысокая у меня. Коробочка. Все, что можно гореть, все горит. Так, не надо рассказывать все. Фары что светят. Тормоза есть. Я еду, Олежек. Маши. Олежек, я она еду. И останавливается. Тихо, я зеркало подрегулирую. Да, и останавливается. Что, не регулировать? Да давай. Так, а прямо? А, подожди, и второе тоже надо. Десятка до упора. Охренеть, ты что, сегодня будешь на машине ездить? Не на моноколесе? Ёлки, не на моноколесе. То не я на моноколесе был. Не на моноколесе. Я на этой бэхе ехал, когда колесо снимал. Моноколесист. А как моноколесист и моноколесист? Блин, это непередаваемое ощущение. Когда ты ездил много лет на бэхе семерке, а потом 5 месяцев не ездил, а потом опять сел, как задом по асфальту, но елки-палки, как классно.
Это песня просто. Спасибо, Саня.